мы выехали, выезжаем из Алтыслагеря по направлению в Йодебор, по центральной улице Алтыслагеря, Трейбрицинштрассе. Я намерен таким образом проехать хотя бы до Нойслагеря, если ничего нам не помешает. Обычно мешает или солнце, или еще какая причина. А сейчас я еду по своим делам в Йодебор, а заодно пытаюсь сделать видеоролик. Уж насколько он получится, посмотрим. Надеюсь, здесь многие из вас проезжали или проходили. Наверняка кто-либо это все узнает. Направо это в Шуле деревушка. Я умышленно по сторонам не поворачиваю камеру, по дороге едем. Будет такая оказия, сделаем видео уже и по, что находится и по окрестностям дороги. Вот мы в Алтыслагерь проехали. Ограничение скорости 70. Сейчас я переключусь. И поехали дальше. Впереди будет сейчас Нойслагерь через автохаус. Автохаус Ренаульт. Направо дорога будет идти на Нойсу. Извините, Нидерсгерсдорф. Вот машины поворачивают. Автохаус Ренаульт. Мы движемся в Йодебор. Начинается Нойслагерь. Вот его забор. Тут же находятся все КПП. Их, по-моему, 4 всего. Вот мы едем по дороге, а справа Нойслагерь. Также справа видна велосипедная дорожка. Все в хорошем состоянии. Придется нам останавливаться на светофоре. Ну, не получилось у нас доехать до Йодеборга без остановок. Светофор. Да, едем дальше. Впереди у нас автомобиль. Будет мешать нашей съемке. А, пожалуй, я тут... Нет, еще мы проедем. Попробуем дальше проехать. Сейчас до Йодеборга остается буквально 500 метров. Увидите новую дорогу, которую открыли буквально 2 недели назад. Ремонтировали ее год примерно. Въезжаем в Йодеборг. Жалко, попала машина впереди нас. Это с правой стороны маки. Дороги очень много маков. Сейчас я буду выключаться.